Сегодня именно ты можешь выиграть данный нож за 30 тысяч рублей, чтобы он оказался у тебя в инвентаре. Тебе надо подписаться на канал и поставить свой царский лайк, и также оставить комментарий, зайти ВКонтакте или Телеграмом. Писать комментарий можно сколько угодно и с разных аккаунтов. Ведь именно так я смогу с тобой связаться и отдать приз. Выполнять условия нужно под всеми роликами, где есть данный розыгрыш. 95 тысяч рублей баланс на GG-дропе. Это легендарное возвращение на сайт, потому что сегодня мы продолжаем открывать самые дорогие, самые окупаемые и искать самые лучшие кейсы на сайте. Да, сайт себя показал отлично. Он показал, что даже с кейса лабиринт можно выбить ножик, можно выбить обалденный скин и это забрать. То есть, по сути, надо открывать чем можно больше кейсов. Поэтому у меня 95 тысяч рублей на балансе, и мы сейчас будем открывать все. Сразу скажу, перед тем, как ты еще не зашел на сайт, используй промокод КС2ПР. Он будет в описании, точнее, закрепленном комментарии. И помимо того, что это самый большой бонус, то есть он дает плюс 11%. Просто представь, ты закидываешь 10к, у тебя 1100 совершенно бесплатно. Так к тому же, помимо того, что он самый большой, он тебя и окупит. Также ты можешь зайти в барабан бонусов, нажать крутить, прокрутить бесплатно и потом еще раз с помощью промокода сделать бесплатное вращение. И это совершенно бесплатно, поэтому обязательно используй его. То, что надо, скидка на кейс, пожалуйста, 15. А, подожди, это не скидка на кейс. Это... Или подожди, или я запутался. Скидка на кейс. Идеально! Так, вот это я люблю. 5%. То есть сейчас мы можем просто взять и вместо того, чтобы крутануть сувенирный кейс за 100 тысяч рублей, 5%, 5 тысяч рублей мы сэкономили. Давайте посмотрим, что в кейсе. Я думаю, будем открывать. Так, ну по поводу наклеек это понятно. Мы открывали этот кейс, этого кейса. Вот честно скажу. Падала золотая арабеска, пустынная гидра, градиент, дикий лотос. А хикабара падала. Ну, по-моему, а если честно, она немного стоила. Последний раз мы выбивали добро пожаловать в джунгли. Она стоила 200 тысяч рублей. Давай начнем именно с этого, просто посмотрим, что может дать этот кейс нам сегодня. Просто по... Стоять! Наклейковой минимум 100к стоит. Я прав? 146. Идеальное начало. Просто открыли самый дорогой кейс на сайте. С первого кейса сразу улетели на орбиту. Что ж, начало положено. Хочу опуститься в самый низ. Во-первых, я хочу безумно открыть ножевые кейсы, но я хочу открыть их немножечко попозже, потому что мы их завершали в прошлом ролике с того, что открывали именно дорогие кейсы, и это было круто. Давай проверим all-in кейс. Все-таки они нереально меня купили в прошлый раз, и сейчас нужно просто сделать больше акцент на них. Объясню почему. Раньше, когда я играл на этом сайте, я думал, что, ну, давай говорить раньше, полгода. Я думал, что вот эти кейсы, это прям реально фигня. И давай я тебе объясню, почему. 7800, 8400, 24 тысячи мы еще его купим. Обалдеть. Потому что здесь лежит либо Делор, либо Красная Линия, либо Мортис. И ты такой, блин, ну в смысле? Кейс стоит 16 тысяч, почти 17 за 5 открытий. Одно открытие 3300. Вот нахрена его крутить? Но чтобы вы понимали, вот эта Красная Линия есть за 1000, а есть за 15 тысяч. И в этом самый сок. То есть, ну мы сейчас открыли. Нам, по сути, выпало 22 тысячи. Да, нам не упал АВП Dragon Lore. Тем не менее, здесь вот смотри, перчатки лежат обалденные. Но с этого кейса падает удар кобры. И чтобы вы понимали, дооберетты, которые стоят, одни могут выпасть за 20 тысяч. Да, конечно, может быть вот такая ситуация, что тебе вообще ничего не выпадет и ты все сольешь. Но я скажу честно, давай еще два раза попробуем. За все время моего нахождения на GG дропе, когда я открыл эти кейсы, они показались для меня одни из самых окупаемых. Ну не знаю, вот я всегда, когда говорю, что самые окупаемые, потом меня сливает. Вот постоянно. Ну смотри, первое открытие 4000 рублей, сейчас 14 тысяч. Открываем еще раз. Мы тратим 16,5. Ну, неплохо. 14 тысяч, просто посмотри. 14 тысяч! 14 и 6800. 51 тысяча. То есть сейчас мы потратили... Вот, бля, можно просто даже посчитать, насколько это круто. 16 на 2, 32, да плюс еще 48 тысяч, ну 50 тысяч рублей. Мы сейчас одним открытием окупили все три открытия. И еще сверху заработали первый раз 4 тысячи, второй раз 14. Понимаете? Просто насколько это им... Ну, я не знаю, насколько это им балансно. Вот с этого кейса, кстати, падает кровавая паутина постоянно. Но все-таки, как по мне, как будто бы имба. 600 плохо. Вот, диглы, диглы. Вот они могут стоить. Блин, 813к. Понимаешь, в чем суть кейса? 867, 3513. То есть диглы падают и выпадают абсолютно разного качества. Это невероятно круто. Поехали, откроем еще GG Медуза. Почти. Сюда. Плохо, 2600. Как же мало. Пас, 2600. Ну, бывает такое, конечно, бывает. Для этого, конечно, нужно баланс побольше. Ну, блин, мужики, в принципе, я открыл 3 кейса. Сколько у нас баланс сейчас? Ладно, давай так, зайдем в закаленные в боях на 50 тысяч и посмотрим. 160.
4, 60, это получается 75 тысяч рублей. Мы сверху заработали. Так, ну поехали. Закаленные в боях 50 тысяч рублей, здесь могут упасть спины. Невероятно крутой кейс. Тоже, когда первый раз был на этом кейсе, я такой типа сижу и думаю, да какая это херня. Скины слабые и так далее. Но больше всего именно вот этот, ой-ой-ой, буря на закате выпала. Давно не падала. И еще МК шедевр. Ну МК шедевр я ловил, а вот буря на закате нет. Такое красивое, как будто дигл красный, кот красный. Но как будто бы красивей. 81 тысяча. В копилочку. И у нас 195 тысяч. Тогда давай опустимся, попробуем черно-белый. Ну, вот эта коллекция вообще, в принципе, фул прикольная. Поэтому давай даже не черно-белый, а синий. Вот синий меня больше всех окупает. Его откроем. Кейс простой. По цвету. Все скины синие. Пробуем. 19. Отлично. 3000. Блин, самый красивый ФАМАС. И вот он падает. И ты вроде радуешься, потому что ты знаешь, что он дорого. Но какой-то дуэлист или какой-то духарь дня стоит намного дороже. В целом, мы в окупе. 45 тысяч. Неплохо. 200 тысяч на балансе. Отлично. Что делаем? Давайте так. Говорить откровенно. Хочу ЧБ. Хочу на 5 раз, но из 20 раз, которые я открывал, больше всего раз он меня сливал. Поэтому поехали. Ровно на... Раз. Ай-яй-яй. Как будто бы отлично. Как будто бы не очень. Отлично. Это точно отлично. Блин. Вот падает Азимов. Падает Азимов. И все это не стоит. 190 мы слили. Ладно. Давай зеленый. По-моему, на 4 раза. Ну, ничего страшного. У меня такой гениальный план сейчас был. Пожалуйста. Мне нужно просто, чтобы у меня было 200. Отлично. 200к на балансе. 195. Мы открыли на 4. Давай попробуем открыть. Давай попробуем открыть, знаешь что? Кровавую паутину. 5 раз быстро. Раз 16 тысяч. 23 тысячи. Сюда. Неплохо. А может быть и не надо больше. Нет, не надо. 202 тысячи. Все. Это идеально. Вот так мы и завершим. Да, мы, конечно, можем открыть еще без платки. И так завершим этот ролик. Откроем самые дорогие кейсы сейчас на 2 раза. И выведем все, что там будет. Поэтому, мужики, если будете играть, используйте промокод, который вы видите на экране. Я все эти кейсы закрыл. Баланс 202. Продаем без платки. Баланс 206. Ну, неплохо. Ну, слабоватенько. И теперь поехали в сувенирку. Поэтому обязательно ставьте лайкосики. Участвуйте в розыгрыш на нож. 2 раза открываю самые дорогие кейсы. И смотрим, что нам выпадает. Точно на вывод? Мы выводим это. Жесть.